посетитель, который приходит для того, чтобы пополнить карту, сначала предъявляет оператору саму социальную карту и СНИЛС. Оператор проводит платеж, а затем активирует карту с помощью вот этого терминала-валидатора. Зачисление средств происходит в режиме реального времени, и человек сразу получает на руки кассовый чек. С 11 октября жители Мордовии, которые пользуются льготами на проезд в общественном транспорте, могут пополнить счет на 144 рубля и активировать проездную карту в отделениях Почты России. Для этих целей задействуют 73 специальных терминала-валидатора. Комиссия за новую услугу не взимается. Пополнение нужно производить ежемесячно и в период с 10 числа предыдущего месяца по 9 число текущего месяца. То есть сейчас мы, например, проводим активацию карт на ноябрь, и сделать это нужно в период с 11 октября до 9 ноября. Мы и до этого принимали уже в тестовом режиме, если к нам приходили, а сегодня это уже вообще идет в таком массовом порядке. И с утра люди приходили, уже оформляли, да, принимали мы платежи, пополнение карт происходит, все нормально. С этого понедельника новая услуга работает в 45 почтовых отделениях региона. Большая часть из них расположена в городском округе Саранск, 16 в районах республики. До конца недели возможность пополнять и активировать все бесконтактные единые социальные электронные карты получат льготники в Ордатовском, Дубенском и Темниковском районах. А в Саранске в 29 отделениях. Для пополнения карт у нас установлено 47 специальных устройств. Это терминалы-валидаторы, так называемые. И пополнить карту можно в любом почтовом отделении, независимо от места жительства. При необходимости количество пунктов пополнения карт будет у нас увеличено. Алена Москалева, Игорь Гангаев. Наши новости.